Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Очень приятно. У меня такая проблема. Я вот работаю на новой работе, как бы хочу перейти на другую работу. Не знаю, как там будут платить деньги, не будут. Угу. Вот проблемку такую надо, как бы, чтобы подсказали мне немножечко. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы родились под знаком Скорпиона, да? Да. Дело в том, что 8 ноября праздник Святого Дмитрия, и у вас просто имя, так оно вам идет, и вот этот Святой Дмитрий, он является вашим покровителем. Поэтому человек, который назвали как бы родители правильно, в связи с теми святками, которыми родился, ему более идет везение. Поэтому вот то, что вы задумали, оно должно сбыться. И очень часто людям, рожденным под знаком Скорпиона, снятся вещи и сны. Вот скажите, накануне вам снился какой-то сон, что вы как бы поднимаетесь куда-то вверх. То ли на дерево вы залазите, то ли идете вверх по какому-то... Такой какой-то странный сон был, да, немножко что-то... Как бы лестница, и вы карабкаетесь, и вы вышли наверх, да? Ну да, вот такой гараж это снилось, какие-то лестницы, переходы, что-то такое. Дмитрий, вот почему я и скажу, звоню вам. Вот это и есть перемена в жизни. И если вы идете вверх, снится вам вверх, значит, те решения, которые вы принимаете, они будут иметь силу и продолжение. Поэтому я вас просто сейчас поддержу в вашем решении. И вы знаете, у вас придет вот эта мысль, и вы встретите человека. Я вам скажу, какое имя для человека, которого вы встретите. Вот для него идет имя вот такое – Андрей. И вот этот Андрей даст вам какую-то очень большую подсказку, он как бы выведет вас на то, что вы задумали. Вы поменяете работу, но работа будет связана с поездками. Вот понимаете? То есть вы как бы сейчас оседло работаете. Я это и хочу, да. Вот как раз она будет связана с поездками. Так что вот это будет. И я сейчас вас энергетически поддержу, только вы сейчас будете это ощущать. Я с вами соединяюсь, и сейчас энергия идет на вас. И вы чувствуете вот такой поток. Снизу вверх, такая вибрация идет. Тепло пошло. Тепло пошло. И кончика пальцев. И тепло, вот эта чакра, которая Вишудха, которая голубого цвета, она сейчас будет активизироваться. У вас будет такое ощущение, что здесь как теплый такой шарф появляется. И вот это ощущение даст вам то, что у вас откроется канал финансового успеха. Купюрочку, которую вы приготовили, вы ее держите в правой руке, вы ее носите в своем кошелечке. Вот так вот. Так что у меня одна женщина положила так купюрку себе, зарядила, а потом увидела цифры, поставила их в лотерею в тот день, и она выиграла довольно большую сумму, как полгода зарплату. Она говорит, ну как это может быть? Вы поняли? Так что бывают такие вещи. Да, мне уже такое рассказывали, да. Да, вселенная полна подсказок, только мы слепы и глухи к этим подсказкам. Нужно просто замечать это все. И вот когда вы сюда позвонили, вы начнете эти подсказки видеть и слышать. Да. Всего доброго. Спасибо большое. Будьте здоровы.